Сегодня на широкие экраны выходит фильм Алексея Учителя «Матильда». В Якутске, несмотря на ажиотаж вокруг картины по всей стране, предпродажи билетов вялые. В «Синема-центре» к полудню продано всего 20 билетов. Похожая картина и в других кинотеатрах. В Москве же и других городах продажи билетов бьют рекорды и сопоставимы с продажами на «Звездные войны». Фильм Алексея Учителя посвящен роману последнего русского императора Николая II и примы Мариинского театра Матильды Кшесинской. Против показа фильма выступает Русская православная церковь и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Они считают, что картина оскорбляет чувства верующих. Николай II причислен к лику святых. Режиссер попал в некие ножницы. С одной стороны, он, конечно, хотел сделать такой фильм, прославляющий императора, стремящийся показать его, ну, обычным человеком. У нас раньше только царь Николашка был, значит, который во всем был виноват, а потом вдруг стал святым. И никаких полутонов. Появились люди, которые из этого стремятся какую-то современную политику вывести. Мне кажется, что и его попытки не очень... ну, актуальный, что ли. Ну, и запрещать, на мой взгляд, это совершенно неоправданно.